Напомним еще раз фрагменты последних секунд финального поединка Такежанов, Казахстан, Ашиш, Индия. Вот! Готов! Вот! Здесь, 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 здесь! Вот! 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 Четверг текущей недели. Чемпиона Азии среди молодежи Аятуллу Такежанова и его тренера Андрея Генша принимает глава Екибастуза Кайрат Нукенов. Здесь же его заместитель Марьяма Даспаева и руководитель отдела ФК и спорта Зинеп Нуркенова. Первые слова Кайрата Тимиршотовича наставнику чемпиона Андрею Андреевичу. С нашего Екибастуза ваш воспитанник достиг вот такого высокого результата. Парень молодой, пусть ему будет в жизни дорога Геннадия Головкина, Каната Ислама, который прославляет сегодня в целом нашу родину, наш Казахстан. Сегодня Аятулла прославляет и защищает честь нашего города Екибастуза. Это особенный город в Казахстане. Поэтому больших возможностей тебе, Аятулла. Все, чтобы у тебя в жизни сложилось. И затем глава города вручает почетные грамоты от себя, акима Екибастуза, наставнику чемпиона Азии Геншу и его воспитаннику, как оказалось, первую в его жизни грамоту акима. Чтобы у тебя была почетная грамота и благодарственные письма от президента нашей страны за твои победы. Как он очень часто выражает свои слова благодарности после того или иной победы Геннадию Головкину, Илье Ильину, Серику Сапиеву. То есть так же, чтобы ты был олимпийским чемпионом и прославил наш Казахстан. Тебе грамота и немного на форму для родителей, для всей братишки, сестренки, для них, чтобы они видели, гордились тобой. Нам остается лишь присоединиться к пожеланиям главы города и еще раз отметить от тебя. В крохотной дыша номер 3 работают большие трудоголики-наставники. Касается это не только бокса, тот же казахша-курес, велоспорт, тайквондо, ВТФ, плюс филиалы в селах. Все поездки, которые у нас были, благодаря нашей федерации бокса в Павлодарском регионе. И также я хочу выразить слова благодарности нашему директору Кисимбекову Кумармажевичу, Дюша-3, который тоже на нашей базе, мы постоянно готовимся, у нас была целенаправленная подготовка. Еще с прошлого года мы знали, что я даже точно был уверен, что Аятулла попадет на чемпионат Азии. Сейчас у нас большие планы попасть на чемпионат мира. В большом спорте, на чемпионатах мира, континента, не говоря уже об Олимпиадах, жесточайшая конкуренция. Еще раз, наши поздравления с огромным успехом полпреда Екибастузского бокса званием молодежного чемпиона Азии. Winner is...